В Северном Казахстане владельцы скота используют GPS-трекеры. В этом году современными ноу-хау воспользовались два жителя Уалихановского района. Отзывы о современных технологиях у них положительные. Оснащение специальным ошейником даже одного животного позволяет отслеживать местоположение всего табуна. Работать с онлайн-картами можно при помощи гаджетов. По словам полицейских, GPS-трекер является одним из эффективных способов защиты скота от покушений. Всего с начала года в регионе зарегистрировали 3 кражи скота.